недостаточно неоднозначно. Фигура сложная, есть много претензий, которые к нему можно предъявить. Для одной из них очень специфическая кадровая политика и полное отсутствие экономической политики. Вместе с тем он оказался очень сильным игроком на политическом поле, на мировом. При том ограничении тех ресурсов, которые у нас есть, он, в общем, ведет достаточно сильную политику. Так что я бы не стал делать никаких однозначных выводов. Но если он сумеет перейти к реально пророссийской внутренней политике, он, безусловно, войдет в историю как один из наиболее выдающихся руководителей России. Если нет, то возможно, что его ждут очень серьезные преимущества. Я бы рекомендовал ему осознать, что он является не балансиром между теми силами, которые сложились в России еще до его появления, а он является политическим лидером, который должен направлять Россию независимо от желания тех или иных.